Привет, дорогие друзья! Это Хоббит-отшельник. Я думаю, что настал важный момент рассказать о том, что же такое есть YouTube. Некоторые думают так, что YouTube — это социальная сеть, вроде Facebook или Instagram, только обмениваются в этой сети не простыми сообщениями, а видеороликами. Другие же уверены, что YouTube — это база данных, в которой объектами являются пользователи, ролики, комментарии, лайки. А кто-то думает, что YouTube — это тюбик или даже труба, через которую можно смотреть в мир. Есть даже такие, кто думает, что YouTube — это телевизор 21 века. Так что же такое YouTube на самом деле есть? 2500 лет тому назад, когда не было почти ничего из современных устройств, в Древней Греции появился театр. Зрители приходили в театр, чтобы смотреть, что происходит на сцене. И каждое действие было уникально, потому что его нельзя было сохранить. 100 с небольшим лет назад появилась возможность записывать движение, и тогда появилось кино, то есть записанный театр. Один раз можно было записать сцену и смотреть ее бесконечное количество раз. А потом появилось телевидение, и любую сцену стало можно смотреть в любом уголке нашей планеты. Но венцом театральной эволюции стал YouTube. Теперь не только у Шекспира, но и у каждого может быть свой театр. И зрителями могут стать все жители Земли. Вот так, дорогие друзья. Самое замечательное представление о YouTube, на мой взгляд, это представление о нем как о театре 21 века. И «Хоббит-отшельник» в этом смысле есть одна из сцен этого театра. А я и Петрушка – актеры. И каждый, кто подписался на канал, как бы приобрел бессрочный абонемент в этот театр. Всего вам хорошего, дорогие друзья, и наслаждайтесь представлением!